Дорогие друзья, где же взять железо? Сегодня я вам расскажу о том, как вы можете без капельницы и без биологически активных добавок пополнять свой организм железом, дефицит которого, скорее всего, вы испытываете. Чем вообще чреват дефицит нехватки железа в организме? Ну, если у вас есть проблемы с памятью, есть проблемы с сердцем, то есть с шестой и с четвертой чакрой, то на физиологическом уровне, скорее всего, вам не хватает железа. К тому же, когда вы будете кушать железо, цвет лица у вас будет более загорелый, то есть менее бледный. Итак, запомните, все продукты красного цвета содержат в себе железо. Естественные продукты красного цвета – это те продукты, которые вам нужны для восполнения дефицита железа. А также кушайте гречку, и вы будете здоровые.